продолжаю свои видеоуроки за здоровый образ жизни, за спорт в жизни каждого человека. Сегодня я тебе хочу показать очень жесткие комбинации именно из муай-тай, в которых мы будем использовать локти и колени. Это очень такая травматичная вещь именно под муай-тай. Ну и, конечно, для ММА она тоже отлично подходит. Я не буду показывать технику, просто четко, просто сами комбинации. Поехали! Итак, первая серия. Левый прямой, опять-таки, пробиваем, противник закрывается. И шагом на выпаде левой ноги туда добавляем сразу правый локоть. Это классика, которую мы сейчас будем нарабатывать. Закрыться, убрать ручки наверх. Потом сразу делаем небольшой прихват головы, добавляем правое колено в корпус. Подгибаем его, заставляем согнуться, и отсюда правый локоть уже сбоку наносим. Или в затылок, или в ухо. Работаем. Работаем.
сегодняшние комбинации, они отлично проходят в боях и по муай-тай, и по ММА, там, где разрешены локти и колени. Подписывайся на канал, ставь лайк, делись видео с друзьями и не делись с врагами. Удачи в тренировках!